Пароль. Деньги ваши будут наши. Отзыв. 4 сбоку, ваших нет. Проходи. Ага. Пароль. Деньги ваши будут... Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма, а последние выборы, говорю я, меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. Они мне кричали: все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете, теперь вообще свобода, все разрешено. Критика сверкала, вечно пьяный, жрущий, толстомордый, это я, все время с бокалом. На фотографиях действительно всегда с бокалом. А я всегда с бокалом, потому что понимал, ненадолго. Поэтому с бокалом все по словам, а я по лицам. Я слов не понимаю, я лица хорошо понимаю. Подошел ко мне как-то авторемонтник и говорит: я вам радиатор заменил. Я на его лицо глянул. Нет, говорю, не заменили. Ну, говорит, запаял. Нет, говорю, не запаяли. Сейчас посмотрю. Пошел смотреть. Когда все стали кричать «свобода», я пошел смотреть по лицам. Всех слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Ты ему запрети все, чтоб он нарушал. Вот это он понимает, он от этого удовольствие получает. Это кто сделал? Где? Вот. Что сделал? Что сделал, я вижу, я спрашиваю, кто сделал? А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. Вот что такое наша свобода. Стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это и есть наша свобода. Нам руки впереди мешают. Руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, честность – это и чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. То, что при свободе печатается, при диктатуре говорится. При диктатуре все боятся вопроса, при демократии – ответа. При диктатуре больше балета и анекдотов, при свободе – поездок и ограблений. Крупного животного страха одинаково. При диктатуре могут прибить снизу, при демократии – сверху. Нет, при диктатуре могут прибить сверху, при демократии – снизу, при полном порядке со всех сторон. Извините, еще мало читал это. Так что сказать, что милиция при диктатуре нас защищает, будет некоторым преувеличением. Она нас охраняет в местах заключения. А на улице, в воздушной и водной среде, это дело самих обороняющихся. Поэтому у нас количество погибших в войнах равно количеству погибших в мирное время. Многих волнует судьба сатирика, который процветает в условиях диктатуры и гибнет в невыносимых условиях расцвета свободы. Но это все якобы. Просто в тепличных условиях подполья он ярче виден и четче слышен. И у него самого ясные ориентиры. Он сидит на цепи и лает на проходящий поезд. Все четко. Предмет, лай, цепь и коэффициент полезного действия видны каждому. В условиях свободы сатирик без цепи, хотя в ошейнике. Где он в данный момент, неизвестно. Лай слышен то в войсках, то на базаре, то под забором самого Кремля. А чаще всего он сосредоточенно ищет блох с огромной тоской по ужину. И дурак понимает, что в сидении на цепи больше духовности и проникновения в свой внутренний мир. Ибо бег за цепь можно проделать только в воображении, что всегда интересно читателям. Конечно, писателю не мешало бы отсидеть для высокого качества литературы, покидающей его организм. Но, честно говоря, не хочется. И так идешь на многое. Путаница с женами, свидание с детьми и еще тюрьма – это будет чересчур. Но что сегодня радует – предчувствие нового подполья.
Кончились волнения, беготня, снова на кухне, снова цензура, снова намеки, снова тебе кричат: вы своими произведениями унижаете советского человека, а ты кричишь: а вы своим велосипедом его просто гробите. Красота! Тот, кто нас снова загоняет в подполье, не понимает, с какими профессионалами он имеет дело. Сказанное оттуда по всем законам физики в 10 раз слышнее и громче, и лозунг коммунистов «работать завтра лучше, чем сегодня» в подполье толкуется однозначно. Сегодня работать смысла не имеет.